Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Игнат. Мне надоело не говорить себе по никнейму. Каждый раз разные. Поэтому мы играем в Metal Gear Solid 5 Ground Zero на PlayStation 4, если кому это интересно. И это стрим. Ну, наверное, будет очевидно, если вы видите вот эту вот всю штуку, дрюку. Это оверлей, тут жена бегает. Ничего особенного, как бы обычная бытовая ситуация в доме. Значит, это стелс-экшен от Konami. Чувак Хидео Кодзима. На дворе, да, 2015 год. Уже вышел Phantom Pain, который я играю тоже иногда на Xbox. Прошитом. Но не в этом суть. Выбор задания. Продолжить. Нет, нам надо новая игра. Руководство, настройки. Я думаю, наверное, надо выбрать предысторию, потому что я до этого играл немножко. А, нет, это нам рассказывают, за что было в прошлых Metal Gear'ах. Если кому это интересно, ну... Я не знаю, если хотите, я это оставлю. Или хотите, я это буду пролистывать. Я думаю, никому не интересно, ну, по крайней мере, мне лично это не очень интересно, потому что я не вникаю в сюжет Metal Gear. Так. Я думаю, да, вот, чтобы начать сначала, мы начнем с самого начала. Так, что у нас там с чатом? На СК2 пока никого. Проверочка. Чат нормально пишется, все. Так. По приказу правительства США, ее последний ученик, я не дальше не дочитал, короче, Биг Босс, Солид Снейк и все такие крутые. Ну, ладно. Скажем, не в этом суть. Хидео Кодзима представляет. Кстати, заметьте, здесь не овчарка, а здесь какая-то веслоухая дворняга. Это собака Адуана. Блин. Прошу прощения, с микрофоном проблемки. Он нам рассказал все, товарищ капитан. Нет, не переживай, я сделаю все как надо. Он недолго мучился. На, трымай. Здесь Джудас Прист. Ты должен заценить. О, человеческая музыка, ништяк. О, привет, Искариот. How's it feel to play the traitor? С дропами, дропы с твича. На... У меня дропов нет. Вот, я сейчас, ну, проверяю трансляцию, у меня все нормально. Give my regards to your boss when you get home. Денчик, отпиши, пожалуйста, как у вас дропы идут, или все нормально. Обнови страницу еще раз, посмотри. Вот у меня дропов совершенно никаких. Ты
Обнови страницу, и это должно помочь. Days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. How's that flow? Короче, мужик, владей, походу. Ну, обрубили музыку так быстро. Это чувак по имени Череп, командир отряда Фокс. Что, будем охотиться, да? Интересно, где это он так скупался, что он таким страшным стал? Или это уже от рождения? Как вы думаете? А это лорд Зато у меня тут за спиной. Вот он темную материю нагоняет. С вебкой все нормально, если кто-то не понял, я просто включил эффект хромакея, но хромакея у меня нет, поэтому такие пятна, ну, чтобы тут лишние всякие штуки не были видны, не знаю, мало ли. So who's the other target? У меня тут людей много, жена, мама, я окружен женской любовью и заботой. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Клёвые нашивочки, я все так приобрел. И сейчас, ребят, сейчас вот сейчас графон. Смотрите, как графон. Ну, это товарищ Снейк. Солид Снейк или Биг Босс. Это не Биг Босс, это, по-моему, клон. Ну, я там очень сильный замут и сюжетом, я не знаю, поэтому не советую вам кидаться дерьмом прямо сейчас, потому что... You should be back at Mother Base in time for lunch. Диалоги. You probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nation... Мешает вообще, ну, раздражает это все? Я могу убрать, в принципе. Fine. I like some alone time now and then. Сейчас геймплей начнется, и я уберу эту штуку, ладно.
brought you down one bit. Kept you waiting, huh? Ой, все, все, сейчас уберу, уберу, все. Все, бомбить. Вообще на геймплей смотреть должны, а не на мою рожу. Куча японских, китайских, азиатских фамилий. И директор Хидео Кодзима, кто бы мог догадаться? Я? Нет, а вы? Так, Kiko and Paz are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. Ну все, сейчас проникнем в аналы истории. Сейчас один момент. Стрим никуда не падает, я сейчас просто настроил вебочку. Все, я возвращаюсь к вам, друзья, уже с нормальной вебкой. Ну, как для вас нормально. А, ну да, все за стримера наблюдают, ну как же. Итак, сейчас надо вспомнить управление. Такое ли оно, как... В... Да, практически такое же, как в Phantom Pain, потому что, ну, как бы, я не сильно играл в Ground Zero, а в Phantom Pain я немножко поиграл и знаю, что там, как там. Вот этого чувачка нам надо промаркировать. Я, если честно, забыл, как это делается. А, да, чтобы инфу получить, короче, здесь надо нажимать на... L1, и типа тебе скажут, это охранник, это бомж, а это вот собачка. Вроде как это так. Окей. Так, это у нас карта. Навигация. Это меню. Так, это место посадки, собственно, где я нахожусь. А нам надо вот сюда. То есть, соответственно, нам надо как-то пройти эти блокпосты и непосредственно попасть на это место. Вот. Ну что, собственно, будем двигаться к этому месту. Так. Надо разобраться немножко в управлении. Ага, все, ложится, вспомнил. Меня что, спалили? То есть мы сейчас можем охранника как бы застрелить, в принципе, тихонечко, или можем забраться и придушить его, как я не знаю, кому можно, как Гомер Симпсон Барта. Вот типа того, да. Чего никто не пишет на чатик? Алло, ребят. Так. Здорово, братан. Расскажи мне что-нибудь.
Ну ладно, давайте, я не знаю, убьем его. Я же беспощадный человек, как бы. Все. Парниша, ты тут, ну, как бы, отдохни. А мы здесь похозяйничаем немножко. Так, что у нас? А, это мое оружие, да? Так, я хочу... А, в принципе, она и так отодвинута, поэтому... Блин, как же здесь в управлении неудобно. А... Да ладно, пусть здесь уже отдыхает. Мне не принципиально. Тебя сбросит. Все, лежи здесь. Ой! Черт. Я думаю, я разобьюсь. Хук 33, здравствуй. На ГГ нет. К сожалению, нет. Точнее, у меня есть аккаунт, но я там не стримлю. Там мой друг стримит. Так, что, здесь сейчас должна быть тачка, я помню. Точно помню, ехала машина. Да-да, вот, по старой памяти. И он сейчас как назло тормозет. Нет, он не тормознул, ну и слава богу. А мы тем временем будем дальше пробираться. You can use your iDroid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. Так, дальше там блокпост, как вы можете видеть. I send VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Парниша смотрит прямо нам в душ своим прожектором. Так, ладно, побежим, поползем в кусты. Пойдем по кустам. Ой, Хук, я не знаю, я вроде сложность не ставил, как бы, по-моему, нормал. Или изи, либо изи, либо, скорее всего, нормал, потому что, если по дефолту стоит, скорее всего, нормал. Поэтому, я не МГС-дрочер, как, ну, как, не то, что дрочер, я вообще не сильный, небольшой фанат МГС-а, просто люблю, скажем так, стелс-экшн. Ой-ой-ой, меня спалили. Я не знаю, я его убил. Я его убил. Господи. Это было прикольно. Вот так вот мы и спалились. Open the menu tab, then select mission info. Мне на самом деле сейчас... А, Петя. Ну, здравствуй, Петя. Буду тебя называть Петя. Так уж и быть. Так, ладно, что он там говорил? Информация о задании. Мне, короче, вот этому парнишку надо достать, да? You're at the prison area on the coast. There's some cages to the east of a big building. То есть... It's an old grassy facility. That's where we are. Help me sneak. Yes. Your lives are in your hands. Get Chico and Paz out of there. Плеер. Нет, плеер мне не надо. Карта. Сектор движения цели. Так, а это что за пункты? Место посадки. А, то есть я же могу вызывать вертолет, как бы. На, ну, да, я могу вызвать вертолет. То есть, а здесь что? Патрон. Здесь даже отмечается место посадки. То есть мне будет проще, конечно,
Ну, типа того, ну как знакомишься. С серией я ознакомился с Metal Gear Rising Revenge. Это, на мой взгляд, на мое скромное мнение, один из лучших слэшеров. Райден просто охерительный персонаж. Вот. Ну, я в Phantom Pain немножко побегал, в Peace Walker играл немного на PSP. Ну да, скажем так, это не то что знакомство, просто попытка. Так, ладно. Нам надо двигаться к цели. У нас здесь еще один блокпост. Я не знаю, как лучше его обходить. Попробуем. Нет, в здание мы не зайдем. Until Dawn будет в субботу, будет марафон. То есть у меня как бы небольшой челлендж. Не дожить до рассвета, а угробить всех до рассвета. То есть не Until Dawn, а Dead by Dawn. То есть сдохнуть до рассвета, скажем так. И то есть как бы я буду играть до тех пор, покуда у меня все не сдохнут. Или я не пройду игру, у меня все не сдохнут. Как-то так. Такой небольшой кровавый челлендж. А Денис уже прошел на стриме. Нет, Грэп, это не высокая сложность, это, скорее всего, нормал, потому что сложность я не выбирал. Так, ладно, будем обходить таким, значит, макаром. Мне надо вот пробраться. Я вот точно знаю, что вот здесь где-то чувачок стоит. Блин, а почему у меня фонарик горит? Как вырубить фонарик? А, все, на крестовинке. Так, у нас вон парниша есть. Мне его надо как-то снять. Вопрос как? Так, надо проследить, что он делает, куда он идет. И... А, ну да, скорее всего. Ладно. Таким грязным способом мы его шлепнули. Надо быстренько убрать жмурика, пока нас не засекли. Давай, парниша. Ох, сейчас тут шухер начнется, походу, ребята. Куда бы тебя заныкать-то? Так, все, ладно, давай здесь оставлю, как тебе будет тут норм, я думаю. Так, ага, вон еще чувак идет. Ой-ой-ой-ой, тут целая прорва. Ну все, шухер подняли, значит, надо как-то выбираться отсюда. Оп! Пустяки нырнули. Мне вот этот блокпост надо обойти, и все будет чики-чики. CP, this is Delta 4.
Стоп, где он? Так, ладно, можно оценить пока обстановочку. Он же здесь только что был, на вышке. Кстати, сообщения с Твича, если что, идут в СК-2. Тоже. Ладно, будем светить куда-нибудь туда. Дали. В Терновые дали. Так, тут ко мне подбирается чувак. Мы ему посветим прямо в лицо. Все, готов. Петя, у меня нету версии на PS4, а с Xbox мне стримить немножко накладно. Возможно, когда-нибудь буду, если она у меня появится на PS4. Но я еще буду пытаться заморачиваться, как-нибудь попытаюсь настроить. Все-таки у меня ноутбук очень слабенький, и для стримов он не ахти. Так, ладно, где я уже? Я уже фактически у цели. Никого не видно. О, нам же трупик убрать, а то засекут. Ну, для начала, чтобы я его убрал, чтобы меня не засекли. Да я ближайшие стримы, вот это вот МГС я хочу пройти на стриме. И Until Dawn. Черт возьми! Ладно, мне впадло возвращаться, поэтому по-быстренькому его уберем сейчас. Давай, все. Отлично. Все, в кустах отдупляйся. Ну не знаю, я прошел насмерть. Денчик проходит еще. Так, автосейв. Так, у меня нет места. А, все, вот глушитель. А у меня здесь глушителя нет. Отлично, я понял. Пока еще разберусь с управлением. И я уже фактически на месте. Мне надо пробраться. Здесь сейчас... Интересно, можно будет снять? Отлично. Ну, ништяк, короче. Темнота, друг стелс-экшена. Персонажей стелс-экшена. На самом деле, моя самая любимая серия стелс-экшена — это Splinter Cell. Так. Пока оценим обстановочку. Значит, у нас один. Второй. Нет, Искариот, я проходил на насмерть Ведьмака. Оп, я нашумел, ребят, я поднял шухер и все. Здесь надо действовать быстро, четко и без косяков.
had her listen to Chico's call for help. She agrees with us. She said, I know my brother, and I know when he's lying. Nice, a searchlight. That should be perfect for searching out the targets. Was that Chico? Нет, далеко слишком, не попаду. Ну, блин. Классно. Ну, как-то мне МГС не зашел почему-то, не знаю. Мне очень понравился Rising Revenge. Привет, Ву. А, ну в первый там очень серьезные замуты с боссом были. Шанзера, здравствуй. Ву, ты сам не свой, я так понял, да? И сегодня не ты. А кто же ты тогда? Ага. Слушай, а подскажите, как здесь... Я вот знаю, в Splinter Cell можно делать приманку. То есть, ну, типа, подозвать чувака. А как здесь? Я, наверное, этого братюню сразу того. Чирик-чирик. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. CB, this is Zulu 6. We got a dead friendly here. Enemy's gotta be close. Over. This is CB. Understood. Titan Security is find the intruder. Out. Блять, это же Кирилл пишет, Искарион. Я думал, это Искариот мне пишет, твою ж мать. Да, я на самом сложном, как оказывается, проходил, и там можно несколько раз умирать. Ну да, да, да. Мне же отдали аккаунт. Ну как мне? Это просто рестрим идет. Так, вот мне вот те прожектора мешают очень сильно. Ладно, пока вот тот чувак там. Оп. Проползем здесь. Хорошо. Я его хочу тихонько замочить, чтобы без лишнего шума. Иди сюда, братан. Я тебе сейчас шейку поглажу своим ножичком. Говори, блин. Окей. Все, пока. Так. Все. Темнота и покой. Так, тихо-тихо, я слышу какой-то... А, это заключенные шумят. Эй, паренек. Чико. 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 Чика. Чика. Чита. А, он не слышит. Ну вот так вышло. Да не ссы ты, малой, я ж тебя вытащить хочу. О, падла, видите, шумит и сейчас всех накрою. Да дай ты ему по щам, пусть заткнется. Ну, падла, а. Орёт. Во, правильно. Эй,
Снейк, ты не заигрывайся, ты отпусти его, а то он сейчас сдохнет. А то так и заиграться можно. I got Chico. And Boss? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, Boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. I've marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Меня Чилочку дали. Ну все. Нужно двигаться к месту посадки. Надеюсь, это мне удастся без труда. А вот и нет. Там еще блокпосты. Ну как блокпосты? Ну это же посты. Что такое БДО? Объясни мне, пожалуйста. Мне тоже интересно. Это игра, я понимаю, но... Чика, приляжь пока на кактус. Я разберусь с этими грязными ублюдками. You'll have to carry Chico. Бля, да ляж ты уже, ё-моё, Снейк. Стоп, а почему у меня без глушителя оружие? Отлично. Что ж, придется шуметь, наверное, я не знаю. Гранаты, я их убью, не убью. Попозже, я сейчас хочу разобраться с ребятами. Ну давай, иди, ну что ты засмотрелся на горизонт? Парниша, ты кашляешь, тебе надо этот фейерверкс выпить. Помните, там реклама была, где мужик на лодке в шторм с ангиной работает, и тут, короче, тут нечто похожее. Только его в рекламе Снейк не придушил. А здесь, походу, он его придушит. А, Black Desert Online. Ясно. А ты вообще в последнее время какой-то во всякий шлак играешь. А их же можно и придушить, я забыл. Но все равно ты у меня искупаешься, парниша. Давай, как там. Блин, как их кидать? Там треугольник. Отлично.
Видали, как он переместился сквозь эту... сквозь текстурку? Так, не реви, блядь. Он заревел. Зараза. Тихо, тихо, закройся, пацан. Он плачет. Все, мы на месте. Так, мне же надо вызвать вертолет. Все. Теперь вертолет прилетит. А мы пока тут в пещерке посидим. Chico, where is Paz? На, послушай, музяк. Там, по-моему, немецкая порно идет. И насколько там музыка в тоны. She's dead. Леона, каким образом мы прикрутим чат на Twitch и к PS4? Ну, где я здесь Марианскую впадину найду, чувак? Ой, у нас миссия обновилась. Ну, эвакуировать есть. Вертолет запросили. Что еще? Вертолет уже летит.